Там чао чао. В этом китайском квартале я. В этом китайском квартале я. А в это время на балкончике, на улице Веры Полевой, на улице Веры Полевой 28. На балкончике там стоит мужичок в красной футболке и серых шортах. Длинных шортах. Ау. Этот чувачок вышел покурить. Этот чувачок вышел покурить. Кто же такой? Кто же это такой? Это он, он. Это он, он. Это он, он. Это сын дяди Гриши. Это сын дяди Гриши. Это сын дяди Гриши. Он любит на балкончике покурить. Любит у подъезда поговорить. Любит в выходные пивка попить. Если какая-то замеса, примеса, он первым будет бить. Вот такой крутой сын дяди Гриши у нас во дворе. Но весь наш двор уже... Ну весь наш двор уже погряз в этой новой странной рэп-волне. Погряз в этой странной рэп-волне. И рэпер Павел аудиторию больше собирает, чем он. Чики-пау-пау, сын дяди Гриши.